Попробовать просто невероятное мороженое со вкусом чеснока, Тащу. Дайте мне еще за 10 минут. Выглядит, блядь, это как, правда, это как баночка из банка спермы, прямо это вот сейчас. Мы сейчас проезжаем в город Гилрой, где люди возделывают чеснок и добавляют его во все что угодно. Собственно, поэтому мы едим мороженое из чеснока, а едем мы сейчас из Сан-Франциско в сторону Лос-Анджелеса, потому что сегодня мы играем вечером концерт в городе Лонг-Бич в баре, который принадлежит барабанщику группы Social Distortion. И причем мы забили там гиг совершенно случайно, мы зашли туда, и там оказалась девочка русская, менеджер, и она сказала, что вот вы вышлите сюда свои материалы, ну и через несколько дней, в общем-то, сам Крис Рис нам ответил на почту, я радостно с ним переписывалась, он сказал, что ребята, да, давайте, мне понравилось, что вы делаете. Вот сегодня мы в 9:30 выйдем на сцену бара Pike и сыграем свой акустический сет. Перед концертом мы вписались у парня, которого видели впервые. Да. Типа это, ты готовишь еду, я снимаю, все пределы, все норм. И мы коротки. Наш новый знакомый Ари оказался барабанщиком, и мы с ним немного поджемили. Мы начали готовиться к концерту и решили, что Ари сыграет его с нами. Ну что, вот $75. Которые мы вчера заработали честным трудом музыкальным. А вот визитка, точнее визитка, флаер парня, который позвал нас выступать в воскресенье, спеть две песни на его шоу. Ну, это мы разберемся уже дальше, ближе к делу, что к чему. Вчера мы остались в гостях у нашего нового знакомого. Вон там чуваки угорают. Да, немножко типсов. А, это вот еще типсы. У нас есть деньги. И вот мы снова в пути. Николя отдыхает. Спальня нет вообще, не знаешь. Are you hungry, guys? It's a bit like no. Вспоминая вчерашний движ, мы опять двинулись на поиски нового дома. Ну чё, вот наш новый дом. Что это, конечно, очень напоминает всякие приключения из книг. А вчера вечером, когда мы вышли сюда уже в ночи, это просто абсолютно напоминало кадры из фильма «Артефакт», где ребята из группы 30 секунд до Марса записывают альбом и тоже сталкиваются с какими-то сложностями, но вид, в общем, здесь все окупает. Зацените. Тусовались, как джаз-атлеты кидали камушки.
нас занесло в Сан-Бернардино. Это где-то в полутора часах езды от Лос-Анджелеса. Мы договорились перекантоваться какое-то время у наших новых знакомых, русских парней, сноубордистов, скейтеров и любителей потусоваться. Они снимали целый дом в горах, но им тоже скоро нужно было съезжать. Нужно было решать все сразу. Как жить, где жить и на что. Бля, ну какого хрена так тяжело? Так наигранно. Ну я только что это сказала по-настоящему. Теперь понимаете нас всех в этой ситуации. Тяжело произнести ту же самую фразу снова. Бля, подожди, сейчас я попробую. Подожди, но должно быть искренне. Сгрустни. Вот видишь, как сразу колешься. Как за лупу колешься. Тихо, подожди. Ну давай, начинается все трудом. Бля, какого хрена так тяжело? Да хуй его знает, очень тяжело. Somebody's bed and have nowhere to go, no more hurry, no more stupid advices that could bring us unhappy. I'm sure I'm the one who knows to be and not to be, to be, just to be, yeah, to see. Нам так хотелось покорять вершины, хоть какие-нибудь, и поэтому мы полезли в горы. Вот мне кажется, слушай, это ближе, чем кажется, вот что прикольно. Ну это как в серии Sims. Ну ладно, вы что, никогда на горы не лазили? Кажется, что нужно лезть будет вот под таким углом. Вопрос, я просто думаю, может быть, лучше на тачке разведать в плане дороги? Нет, ну это скучно. Слушай, я тебя уверяю, что вот лезть вот на ту хуйню, это часа два, блядь. Слушай, ты спешишь куда-то? Я нет. Откуда он? Эй, ручей, ты откуда будешь? Эй, ручей, каким будешь? Район какой, понимаешь? Я сам Бернардино, ты какой район? Блять, я не думал, что мы по такой залупе лезть будем. Я думаю, чинно поднимемся, короче. Я слегка вспотею. Во-во, да, я вот по такому говну лазить как бы не планировал тоже, конечно. Спускаться как? Ну, блять, желательно целеньким. Паш, скажи что-нибудь, Паш. Ну, расскажи о нашем походе. Что ты вообще в целом думаешь? Заманили меня в колючки куда-то. Не, ну что, ребят, мы покорили половину горы. Конечно. Мы короли колючек теперь. Короли колючек прямо здесь и сейчас. Йоу. Ага. Мы стерли. Какой-то цель большой. А вот здесь у нас тренер лежит. Ну, в общем, у нас в нашем чудесном пати-хаусе отключили свет за неуплату. И у нас тут полное сквотерство процветает. Напоминает хипальские всякие времена, хотя я, конечно, в них не присутствовал. Но, на самом деле, мне напоминает что-то наподобие дачи русской. Когда отключили свет, есть всякий сачок.
какие-то свечи. Но на самом деле здесь нет алкоголя. Ну, алкоголь есть, вот, смотрите. Даже он присутствует. Есть водка, так что... Так что мы не пропадем точно, да? Да, очень-очень хотелось верить, что мы не пропадем, что мы сможем здесь устроиться, остаться и все уладить. И сможем, наконец, заниматься тем, ради чего мы сюда приехали – музыкой. Sorry.